Мы сегодня поздравим не только наших дорогих мамок, но и наших дорогих любимых бабушек. Послушайте стихотворение бабушек. Я свою бабушку очень уж люблю. Я для милой бабушки денег накоплю. Пенсия у бабушки очень уж мала. Я хочу, чтобы бабушка хорошо жила. Сэкономлю денежки я на эскимо. Не пойду с приятелем я смотреть кино. Чтоб не знала бабушка ни забот, ни бед. Я могу не завтракать и не есть конфет. Буду чай без сахара по утрам глотать, чтобы копилку полную побыстрее набрать. Буду я для бабушки денежки копить, я чтоб смогла мне бабушка ролики купить. Мороз слабеет, все больше и больше чувствуется приближение весны. Далее в нашей программе вас ждет встреча с историком, знаменитым профессором Даниилом Знакиным. Посмотрим репортаж. Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, Александр. Ученые посчитали, что мама ухаживает за двумя детьми и мужем в течение года, намывает 18 тысяч ложек, 13 тысяч тарелок и 8 тысяч чашек. А общий вес посуды, переносимый от кухонного шкафа к столу и обратно за год, достигает 5 тонн. И, конечно же, делает честь каждого сына и отца присоединиться к маме, телу атлетки и переложить хотя бы парочку тонн на свои руки. А еще маме нравится быть красивой, и она должна быть красивой, и в этом мы должны ей помочь. Международные новости. Наша мама хочет поздравить чрезвычайный и полномочный посол Греции Алгебраин Ибу Физикана Мусамби. О, несравненная женщина, светочей моих. Эмансипация сделана из тебя, друзья. Ты прекрасна, как чайная роза на южном берегу Крыма. Я заключу кухару, стирану, работу бежар. Дитя и нянчару, мужу встречар, ужасанту доходил. Руки твои белоснежны, как крылья райской птички. Стан твой тонок, как горная тропинка. Вот Санта Марта, женщина. О, несравненная женщина, светочей моих. Вот Санта Марта, только один раз в году. Целый год мужчина набирает тебе цветы и носит на руках. Бомбины, пиндерины, разбойника забирают изумруда, алмаза, рубины. Твои дети послушны, как ангелы. Дворец, фонтан, служанок, лодвиг, комнатану, ванну, туалету. Твой дом просторен, полон изобилия. Бенинку, элику, бенинку, нет вареников, обеду, караму, деликатную мишелю. Твое кушанье на твоем столе прекрасно. Фрукты, клубника и шампанское. Карина, Зарина, автобусы круглые ведутся от Романа. Шикарная машина ожидает тебя около дома. Хотя секрета, фантастика, как мудрянка, красавица была. Как не быть при жизни такого? Хотя бы желанка. Что пожелать тебе? Зарплату выплату, силу громанду. Терпеть мужчину, что помоганто. Здоровенто. Удачанто, спасибо то за внимание. Дорогие мамы, мы вас очень любим. От всего сердца поздравляем вас. Если мама дома,
солнце ярче светит. Если мамы нету, плохо одному. Я вам обещаю, вот закончим праздник, я свою маму крепко обниму. Давайте не откладывать хороших дел в долгий ящик. Давайте обнимем наших мамочек и бабушек. В нашей стране каждый занят своим важным делом. Папы ищут, кто виноват. Мамы думают, что делать. А дети решают, чья мама лучше всех. Не верите? Давайте посмотрим. Моя мама лучше всех поет, а моя рассказывает сказки. Не хвались же, ведь не знаешь, сколько моя мама дарит ласки. У меня такой же мамин нос, и, кстати, такой же цвет волос. Хоть и ростом ниже ее, но все же и глаза, и нос у нас похожи. Радости и грусти обязательно делишься с мамой вновь и вновь, потому что дочь для каждой матери на этой верой, надеждой и любовью. Как две капли с мамой умокло. И когда выходим со двора, часто говорят про то, что она мне старшая сестра. Даниил. Ну тогда и мой черед настал. Не стесняюсь, сразу скажу прямо. С мамой мы вообще один в один. Даже так же хмуро сел прямо. Спорить вам совсем не обязательно. Вы уж мне поверьте без помех. Я вам подтверждаю обязательно. Ваша мама правда лучше всех. Теперь к вашему вниманию мы предлагаем такое маленькое развлечение. Вы уже обратили внимание, что на доске у нас портреты наших дорогих мам. И у нас возник вопрос, узнают ли мамы себя на этот портрет? Первый портрет у нас будет вот этот. Кто считает, что это он, понимает. А можно подойти? Да, 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 подходите, подходите. Посмотрите, посмотрите на видео. Телефон, о нет. Петя. А можно смотреть? Пока не снимаем, нельзя снимать. Пока совещаемся. Сейчас, хорошо, отошли, немножечко отошли. Сейчас. Значит, смотрим, чей это портрет? Есть портрет? Так, смотрим. Это у нас Фролова Даниила. Мама, не устал. Я красивее всех. Следующий портрет у нас Рустам.
нарисовал свою маму. И последний. Это у нас Андрей Виноградов. Нарисовал свою маму. Сэр, это художник Кирпинов? Нет, это старший класс от начальной школы. Сэр, я вижу в зале много красивых женщин. Это неудивительно, потому что удивительно прекрасные тети. Сэр, они не только красивые, они еще добрые и ласковые. Настоящие джентльмены. Добрые, веселые, умные, красивые. Хотя иногда, сэр, они от слов приходят в ночь свою. Что только не сегодня, господа. Сегодня мы потерпим. Помощник. Мне даже слов не подобрать. Ну как ты можешь, мама, в кошелках тяжести таскать по 10 килограммов? Смотрю, опять пришла. Чуть свет. Ты из универсала? Да что же делать? Дай совет. Сходи два раза, мама. Так, хорошо. Рустам, Юрат, Сабнил, Андрей и Даня. Даня. Прям как раз.
сюда. То есть нам задание будет сейчас. Я буду давать ручку, по очереди записывать, что и детям, что и мамам. Значит, первое задание будет называться интеллектуал. Значит, нашим дорогим детям надо вспомнить, какое имя, фамилия, отчество мамы, когда она родилась, день, месяц и год. А дорогие наши мамы помнят расписание на понедельник. О, Боже! Это не история! По очереди. А, надо по порядку, чтобы были, да? А, да, да. Прямо по порядку? Да. А по очереди? Побыстрее. Пока наши девочки информашку посередине. Давай, 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 математики.
19. Нельзя подсказывать. Давай, давай, давай. Вспомнил? Нет. Какая номер называется? Они школа, какая же? Да, я 1 сентября. Я думаю, что у нас так нельзя. Я помню. Расписание, нет? Да. Мальчики, все. Подожди. Все, время вышло, выходим. Давай. А я не знаю, как это было. Да, значит, я пойму за твою маму. Я не написала. Да, кто еще пишет? Все написали? Так, уважаемые мамы. Пролог, Даниил, собери, пожалуйста, мам. Так. Подписать надо, да? Можно не подписывать, я просто читаю правила количества. Сейчас дай. Так, только честно, мама, только честно. Значит, первое. У нас Оля Вячеславовна Торгеева 5 февраля 76 год. Немножко нет. Моложе, старше? 75-й. Да, дальше у нас Канц Нина Николаевна, но дату рождения мы не знаем. А месяц? Число, что ты сказала, это число месяца. Месяц какой? Тихо. Следующая Халикова Регина Растяновна, 16 апреля 91 года. Так, первый плюс. Дальше Чернату Анна Ивановна, месяца 2, дата 6 февраля. А, 6 февраля, год 82-й. 85-й. Что? Тихо! Так, дальше. Морозова Мария Сергеевна, март 16-й. Нет, 15-й. Ну, близко, близко. Дальше. Гурова Ирина Николаевна, 85-й год, 17 июля. Да. Так, Ольга Грачева Аркадьевна, 88-й год. А как, в день какой родился мой? Так, и последний, Анастасия Юрасова Григорьевна, 4 февраля 84-го года. Да. Я добавлю. Значит так, значит, в неделе у нас первый урок, это у нас дети. Литература, второй, физкультура. Проверяем, так. Значит, русский, значит, литература, русский, физкультура, математика, врачебный мир, информашка, первый правильно. А что? И подвижные игры, ну, ладно, Литература, русский, математика, физкультура. Литература, русский, физкультура, математика, окружающий мир, подвижные игры, информатика. Нет. Подвижные игры. Ну давайте сосчитаем. Нет, дети. Нет, это не считаем. Основные уроки правильно. Давайте основные уроки. Давайте основные уроки. Да, да, правильно. Да, мама, учитывая, ради мамы должны все на зубовать. Так, первый у нас русский. Нет. Дальше, литература, русский, физкультура, математика, окружающий мир. Да! Ну давайте хотя бы. Да, правильно. 3-3 у нас пока. Мама, ты правильно? Я тут основные написала. Да, хорошо. Основные? Да. Правильно? Так, следующий конкурс называется «Женская логика». Значит, последнее время. Здрасте. Значит, последнее время
появилось много детективов у нас, в которых следователем является женщина. И вот вам, дамы, предстоит угадать, о каком произведении и найти спрятанный предмет. Слушаем внимательно. Это популярный дамский роман. Влюбленная пара встречается на вечеринке. Но волею судьбы они расстаются. Назовите предмет, который им помог найти друг друга. Туфелька, совершенно верно. Что? Так, плюсевка по маме Дианы. Так, ладно. Молодой человек ищет себе невесту, отвечающую его идеалам. И находит ее только тогда, когда уже совсем потерял надежду. Помогло юноше одно полевое и огородное растение, которое люди потребляют орех. В пищу. Назовите. Орех. Орех. Триква. Нет. На чем спят? Совершенно верно. Так, хорошо. Ваша сестра и мама это посчитали. Следующий конкурс у нас называется «Отгадайка». Значит, дорогие наши мамочки, сколько бессонных ночей вы в свое время провели? Сколько криков было? Сейчас мы проверим, насколько вы запомнили эти крики. Значит, пожалуйста, желающие мамы. Значит, и Варя, иди. Максим, Диана. Камин. Мама, линеечку. Пойдите сюда. Значит так, а теперь отворачиваемся. Значит так, я выбираю ребенка, и вы должны поднять руку. Ваш это ребенок. Значит, здесь кричи, могут видеть. Они видят, они орут, не плакают. Подождите, это не так. Они видят. Давайте честно, глаза закроем. Давай честно, я поменяю. Оля, следи, чтобы мама будет поменять. Мы закроем глаза, все. Ладно, давайте поменяем, давайте. Мы закроем глаза. Сейчас, а я не говорила. Закроем. Я не говорила. Так, значит, первый ребенок. О! Ну попробуй еще. О! О! А чей это ребенок? Чей ребенок? А ты еще раз плачешь. Давай еще плачешь. Мама не может тебя найти. Давай. Их любите, берегитесь и пожалуйста.
послушными не родители. Берегите. Берегите. Извините, пожалуйста. Решался ваше мероприятие. С наступающим праздником. Здоровья, счастья, терпения, знаний. Цветите, весна. Спасибо. Поздравляю. Конечно, будет снег, домашних заданий. Конечно, будет дождь, контрольных работ. Но под мартовским солнцем зданий постепенно двойки будут таять. Пойти и укутан ручейки весенних улыбок. До полярных ледников появятся словно подснежники пятерки. Но несмотря на любую погоду, в конце марта вас ждут весенние каникулы. Ну вот и подошел к концу наш праздничный утренний, посвященный дню 8 марта. Всем спасибо за то, что откликнулись на приглашение участвовать в сегодняшнем конкурсе. Спасибо за вашу любовь и внимание к детям. Девочки, мальчики, давайте вместе с вами спасибо скажем вам. Спасибо скажем маме за песенки и сказки, за хлопоты и ласки. Спасибо! 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 За новые игрушки. Спасибо! Смартфоны и айпады, планшеты и часы. Спасибо! За сладкое варенье, за долгое терпение. Спасибо! От души! От души! Да, еще особое тоже. Спасибо, дорогие. Мамы, дорогие бабушки, за то, что пришли на нас, на наш праздник. Надеюсь, вам очень понравилось. Спасибо. Спасибо.